Друзья, всем привет! Мы продолжаем прокачку парикмахеров, и у нас... Третий! Друзья, подводить итоги, конечно, еще рано, но хочется сделать свой такой фидбэк от нашей группы. Ребята огромные молодцы, и очень сложно, конечно, показать вам весь процесс семинара, но результаты радуют. То есть ребята хватают достаточно быстро, они показывают свою работу домашнюю, и мы делаем работу над ошибками. После проведения работы над ошибками мы реально видим хорошие результаты, что радует, и это очень приятно. Сейчас, если посмотреть даже на ребят, которые сделали укладку, одни стоят, тренируются и делают то, что должны были делать дома, они фанатеют от этого. А те ребята, которые не справились с домашним заданием, они отрабатывают сейчас и получают достаточно хорошие результаты. Один жопный момент – это вот этот. То есть его нужно вытянуть вниз, то есть проработать вниз, а вот здесь все хорошо. У нас два человека, которые держат пен первый раз в руки. Мы с ними пен опрашиваем. Первый раз в жизни они делают укладку. Это Ваган и Эдуард. Ну, для первого раза очень неплохо. Ты понимаешь, что суставы не разработаны, они просто не поворачиваются так, как должны быть. Поэтому, ну, честно, достаточно, ну, больновато. Есть над чем работать. Пойду, если борду подровняю до. Все готово. Кто записывает? Здесь. Анисант. Десятка. Так, где? Вот. Первая работа у нас укладка 10. Так, Марина 9. Снизу 2. 2 я поставил, чтобы потом посчитать поменьше. Ай. Так, восьмерка у нас кто? А, Ваган. 8. Сейчас бумажечки будем смотреть. Это, короче, за 2 дня он говорит, я стриг. Это вчерашние и сегодняшние. Давай. Еще много. Давай, покажи еще много. Давай посмотрим. Анбоксинг, смотрите. Опа. Мне кажется, они еще больше мело. Думают, кому бы отдать за первое место. Смотрите. И смотрите, у Анисат подача лучше. Посмотрите, она стоит такая. Да, да. Понимаете, если бы она подала, вот вы смотрите, насколько хитрость, если бы она подала это все в кулечке, это бы не было так видно, потому что кулечек закрыл бы все вот эти края и торчала шишечка бы только. А на подносе, посмотрите, какой объем, какая подача. Ну что, ребят, согласны, что Анисат первое место? Сегодня по домашнему заданию Анисат первое место. Ух, ёпты, 10-10. Так, а дальше у нас получается... Ваган или Мари? Я тут. Ну, у меня много, но у меня... Катя, мало. Она мне все собрала. Я буду все, мамочки, я завтра отсюда. Там было больше, но не все собрала. Да, я не такие. Екатерина, домашнее задание 8 и... Марина... Жанна, у меня есть это. 8. Я признаю, что я это... Так, пойдем дальше. Все.